Проблема мусора – одна из самых остростоящих во многих поселениях Северского района. Многие безответственно относятся к правилам утилизации мусора и чистоте на улицах. Это вызывает тот плачевный результат, который жители видят сейчас. Но каждому необходимо понимать – чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Почему наши люди мусорят? В чем причина? Безответственности, экологической безграмотности или банальном безразличии? Сделать мир вокруг нас чище просто. Достаточно следовать нескольким простым правилам. Первое – перестаем сорить. Выбрасывать мусор туда, куда следует. Не организовывать свалки. Содержать в чистоте не только свой дом, но и подъезд, двор и детскую площадку. Второе правило – учимся убирать. Один из самых простых способов – это выйти на субботник вместе с соседями, с друзьями или семьей. Навести порядок в своем дворе, на улице, возле своего частного домовладения. Третье правило не менее важно – воспитываем детей. Не стоит забывать про пока еще маленьких, но уже полноправных жителей станицы. Экологическим воспитанием подрастающего поколения должна заниматься не только школа, но и семья. На личном примере показываю, что необходимо после себя оставить чистоту и выкидывать мусор в урны, донести пакет с коммунальными отходами до мусорного контейнера и аккуратно в него все сложить. Вклад в наведение порядка и поддержание чистоты должен носить каждый житель. Ведь чистота нашей Северской – это не только красивый эстетический вид, но и наше здоровье.